которые сутки подряд нет покоя и сна. Все время куда-то идем, только цель не ясна. Молчит командир, и не знаешь, что думает он. Вперед по дорогам крутым наш идет батальон. От солнца спасения нет, так бывало не раз. Но вот наконец-то из штаба получим приказ. Навстречу идет через горы бандитский отряд. И нужно все сделать, чтоб духи увидели ад. Горячая точка — это там, где стреляют, где рвутся снаряды, пацаны умирают, где сил не жалеют и часто рискуют собой. Горячая точка — это грозные горы, где только ведут о войне разговоры, где часто себя проверяют и спорят с судьбой. И снова небесные силы владеют тобой. Ты думаешь, как продержаться и выиграть бой. Сомнением дорогу закрыл и пылает душа. И молишься, чтобы в бою пуля мимо прошла. Рассеяться дым невозможно, такое забыть. И черный тюльпан будет птицею в небе кружить. Горячая точка на карте и в нашей судьбе. Но больше все больше становится их на земле. Горячая точка — это горькая правда, где сгинуть ты можешь не сегодня, так завтра, где делишься с другами с фляги последним глотком. Горячая точка — это жар во всем теле, где нервы твои каждый день на пределе. Горячая точка — это камни и ветер с песком. Горячая точка — это там, где стреляют, где рвутся снаряды, пацаны умирают, где сил не жалеют и часто рискуют собой. Горячая точка — это грозные горы, где только ведут о войне разговоры, где часто себя проверяют и спорят с судьбой. Часто себя проверяют и спорят с судьбой.